Лучший суд 2015 года определяет в Алматинской области уже на следующей неделе. На это звание вполне заслуженно претендует и Текелиски. Созданное более 60 лет назад, ведомство не раз называло в списке лучших и в рейтинге, и в оценке Верховного органа по региону. По статданным, с начала года судом рассмотрено свыше 400 заявлений. И ни по одному из них нет нарушений сроков рассмотрения. Основной задачей конкурса является дальнейшее стимулирование организации работы судов по обеспечению высокого качества отправления правосудия и повышения авторитета среди населения. В нашем суде работает принцип, значит, рассмотреть дело в одном заседании. То есть, если все участники процесса пришли и круг доказательств уже определен, мы без откладывания на другой день в том же судебном заседании вносим решение. Значит, это и для граждан очень эффективно и полезно. Мы часто проводим дни открытых дверей, во время которого граждане также имеют право суду задавать свои насущные вопросы и находить на них ответы здесь, и, соответственно, получать профессиональную, как бы юридическую помощь в суде.